Он отказался от святого и от пути любви простого. Уйдя с вечерей тайной в ночь. А ведь ходил с Христом, делил усталость, горечь, много света, но кровь пречистую пролил ему доступного завета. Один из них, кассир и вор, желал не пользы, а прибыток себе и вынес приговор жестокой гибели и пыток. Слова из чистых Божьих уст неслись к Иудиному слуху, но дух был черст, и храм был пуст, и двери открыты злому духу. Однажды в сердце пала тень стены Эдемской. Грех прижился, и нет другой стены и стен, которой мир бы разделился. Так он и жил, стена внутри, какой-то свет снаружи падал, поток с небес течет, бери, но полноты ему не надо, а те серебренькие жгут, и кости рук, что не отмыты, его священники не ждут, они довольны и закрыты, он сам себе помочь не мог, попытка исповеди тщетна, он был преступно одинок, чему способствовала скверна, а дон слепых поводырей добавил тяжести и боли. Иуда, пастырь у дверей, с отцом сидевший на престоле, рыдай, вопи, не утихай, расплата, смерть уж где-то бродит. Привычка долгого греха всегда и всех в свой час подводит. Аминь.